Здравствуйте, уважаемые партнеры по бизнесу. Сегодня к вашему вниманию я предлагаю инструкцию по регистрации кошелька Perfect Money. Так, для того, чтобы зарегистрироваться в кошельке Perfect Money, вам нужно обязательно пройти по ссылке perfectmoney.is или же взять реферальную ссылку у того человека, кто вам даст для эту ссылку для регистрации. После того, как вы пройдете по ссылке для регистрации, вы попадете вот на такую страницу. Далее мы нажимаем слово «Регистрация». У нас открывается форма, которую мы должны заполнить. Значит, первое – это имя аккаунта. Здесь вы можете вписать любую аббревиатуру, не имеет значения. Можете типа как логин что-то придумать. Вот так вот. Здесь вот написано, да, латинскими буквами. Дальше полное имя, фамилия, имя, отчество. Значит, я изначально приготовил некоторые данные тестовые. И дальше я беру выдуманное имя, фамилия для того, чтобы сделать регистрацию и записать инструкцию, и вставляю. Можно писать латинскими, можно русскими буквами, можно без отчества. Дальше город. Ну, давайте выдумаем какой-нибудь город. Адрес не обязательно. Страна. Выбираем страну. Выбирайте страну, в которой проживаете. Индекс. Прописываете индекс. Дальше электронная почта. Обязательно берете рабочую электронную почту. Вставляете ее. Спускаемся ниже. Персональный аккаунт не меняем. Дальше прописываем пароль. Вставляем пароль и повторяем пароль. Следующее, мы должны вписать цифры из КАПЧИ. Если вам ее не видно, нажмите вот значок «Обновить». Дальше нажимаем галочку, что согласны с условиями использования кошелька, и нажимаем «Регистрация». Если мы все правильно сделали, нам будет вот такое вот сообщение, где написано, что вам нужно зайти на почту и получить свой ID клиента. Открываем новую вкладку. Берем, заходим в свой почтовый ящик. Часто бывают письма попадают в папку спам. Обязательно проверьте. Значит, должно прийти два письма. Иногда бывает приходит одно. Давайте разберем этот момент. Это очень важно. Значит, в принципе, что одно письмо, что второе, для нас разницы нет. Если пришло одно из них, часто не приходит вот это вот Perfect Money Instruction или Payment System. Да? Давайте откроем первое Payment System. Значит, самое главное, что здесь есть для нас с вами, это наш ID номер. Вот он. Выделяем и копируем его. Также в самом низу есть ваша реферальная ссылка для приглашения. Вот он. Если мы вернемся и нажмем первое письмо, значит, здесь как бы идет описание. Вот. И если у вас не пришло предыдущее, да, вы находите свою реферальную ссылку, так же самое в этом письме. И ваш ID номер, это будут вот последние цифры, которые указаны в реф-ссылке. Это вот есть такой момент. Значит, обязательно мы себе сохраняем ID номер. И теперь у нас есть все данные для того, чтобы войти в свой кошелек. Нажимаем вход. Вставляем ID номер. Дальше берем пароль, который мы указывали при регистрации, и прописываем капчу, проверочный код. Если мы все правильно вписали, нас запускает в аккаунт Perfect Money. Значит, сразу скажу, что в принципе для использования Perfect Money лучше всего регистрироваться с того IP,
где вы будете заходить потом в этот кошелек. И так же самое, в принципе, использовать тот же самый браузер, с которого будете заходить в этот кошелек. Потому что в любых других случаях у вас может быть система запросит, система безопасности запросит проверочный код, который придет на email. И часто проверочный код, ну, будем так говорить, вы заходите с другого компьютера, да, с другого IP, он не приходит. Вот. Поэтому желательно делайте этот кошелек так, чтобы вы всегда могли зайти с него, с того IP, с того браузера, с которого вы его регистрировали. Так же самое, есть определенный процент комиссионных, да, за использование переводов, выводов денег. Значит, можно пройти верификацию здесь документами, и этот процент будет снижен до 0,5%, то есть 0,5% будет комиссия составлять. Дальше. После регистрации нам доступно три вида кошелька: золотой, долларовый и евро. Также само у нас есть возможность добавить счета. Давайте посмотрим, что это значит. Нажимаем добавить счет. Дальше мы можем посмотреть, что у нас есть доступно четыре вида, то есть есть еще и кошелек биткоин, то есть как бы система Perfect Money может принимать кошелек биткоин. Давайте его создадим, нажимаем создать новый BTC кошелек, ставим галочку я подтверждаю и добавить кошелек. Так, вернемся в мой аккаунт. Можем видеть, что у нас добавился кошелек биткоин. Значит, теперь еще момент. Значит, то есть мы можем дублировать каждый кошелек. Допустим, в принципе, мне, ну, нужен, допустим, два кошелька долларов. Или давайте посмотрим вообще, сколько мы можем иметь каждых кошельков. Значит, долларовых кошельков мы еще можем создать два. То есть в итоге у нас будет три долларовых кошелька. Евро также еще два можем создать. То есть в итоге у нас будет три евро кошелька. Золотых также само, и биткоина также само. То есть мы можем иметь по три кошелька. Давайте создадим еще один дополнительный долларовый кошелек. Ставим, подтверждаем и добавить кошелек. Далее нажимаем мой аккаунт. И смотрим, что у меня теперь два кошелька, они разные, да? То есть вы можете указывать для получения средств хоть один, хоть другой кошелек. Соответственно, деньги будут переходить либо на этот кошелек, либо на этот. То есть, какой вы укажете, но такой и придет. Очень удобно сделано. А также самое есть внутренний обмен. То есть, мы можем менять. Давайте посмотрим. Мы можем менять с евро кошелька на долларовый кошелек, с евро на золотой, с долларового на евро, с доллара на золотой, из золотого на долларовый и из золотого на евро. Вот. Значит, единственное, что здесь нет обмена на биткоин пока. Ну, я думаю, скоро, в принципе, это все добавится. Есть ввод денег. То есть можно сюда ввести такими системами, как через SWIFT, через e-voucher можно создавать e-voucher'ы. Значит, обменные пункты, биткоин, кредитная биржа. Вот, так же самое есть вывод, так же самое, да, банковский перевод, e-voucher, электронные деньги, сертифицированные обменники, биткоин, кредитная биржа. Значит, если вы ищете обменник, который сотрудничает с Perfect Money, да, то есть вам воспользоваться нужно сертифицированными обменниками. В принципе, практически, насколько я знаю, все обменники, которые работают с Perfect Money, они работают в автоматическом режиме. Вот, то есть вы можете как завести на Perfect Money, так и обменять Perfect Money на другую валюту абсолютно быстро, в автоматическом режиме. Единственная разница — это будет составлять процент самой системы обмена. То есть, да, того есть обменника, у каждого обменника свой процент, то есть своя комиссия. Здесь есть также самый раздел настройки. Значит, здесь вы можете посмотреть все свои личные данные. Так, здесь также самое есть, значит, защиту можно, безопасность установить через SMS-авторизацию, через кодовую карту, через IP даже.
Вот здесь, то есть если вы хотите защитить свой кошелек, здесь воспользуйтесь этими настройками. Так, также самое здесь можно получить код для интеграции кода, для получения переводов на свой сайт поставить, автоматические переводы прикрепить. Все это здесь работает. Здесь вы можете все это внимательно ознакомиться. В принципе, на этом все. Это был обзор регистрации и настройки кошелька Perfect Money. Следите за новостями нашего канала. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставите лайки. И до скорой встречи в следующих видеообзорах.